Общественные советы микрорайонов начнут свою работу после майских праздников. До этого времени необходимо провести установочные совещания. Итоги их формирования подвели на Совете общественной палаты Самары. Определился состав советов. В них входят председатели советов МКД, ТОСов и представители различных организаций, коммерческих и бюджетных, а также активные граждане. Мы с администрацией района предложили следующую схему, что в каждый общественный совет включить участкового инспектора полиции и инспектора по делам несовершеннолетних. И по возможности включить представителей традиционных конфессий. Общественные советы будут напрямую взаимодействовать с муниципальной властью и более эффективно решать вопросы на местах. По замыслу, общественные советы микрорайонов должны быть самостоятельными структурами. Каждый из них будет сам определять собственный регламент. И в этом регламенте они могут все, что считают необходимым и полезным для этого микрорайона вносить, они это дело сделают. Общественные советы микрорайонов – это еще один шаг к тому, чтобы приблизить власть к народу. Главному принципу, по которому в Самаре строится новая система местного самоуправления. Марина Матвеевична, Максим Гусев. События.